Здравствуйте. Ежедневно каждый из нас встречается с необходимостью решать самые разные психологические задачи и ситуации. И сегодня я расскажу об одной из них и дам практические рекомендации по ее решению. Надеюсь, они вам помогут. Чтобы эмоционально восстановиться, надо почувствовать вкус жизни. Вкус жизни – это метафора, но она очень точна. Надо включить по возможности все органы чувств, наполнить жизнь яркими впечатлениями. Дело в том, что в длительных стрессовых ситуациях, в кризисные моменты, наступает эмоциональное выгорание. Это граница апатии и депрессивного состояния. И очень важно не дать себе уйти в это состояние глубже. Потому что если этим не заниматься, то легко получить не только психологические, но и более сложные проблемы со здоровьем, из которых самостоятельно уже выбраться не получится. Например, психосоматические заболевания, панические атаки, депрессия, нервное истощение. Здоровое, психологически и физически благополучное состояние – это баланс истощающих и восстанавливающих факторов. Если целенаправленно следить за тем, чтобы баланс сохранялся, то намного больше шансов выйти из любого кризисного состояния с минимальными потерями, а может быть и с ростом в результате. Забота о физическом благополучии – это забота о своем теле. Ваше настроение, мышление напрямую зависит от баланса нейромедиаторов мозга. И в сложных стрессовых ситуациях этот баланс может нарушаться. Поэтому очень важно заботиться о своем физическом благополучии. Достаточно спать, хорошо питаться, двигаться, дышать свежим воздухом, избегать вредных привычек, следить за состоянием здоровья. Чем лучше себя будет чувствовать ваш организм, тем лучше у вас будет настроение и проще будет решать насущные задачи. Но помимо всего этого, очень важно заботиться о себе и на эмоциональном уровне. Поддерживать баланс между неприятными и приятными впечатлениями, целенаправленно наполнять свою жизнь тем, что вас вдохновляет, радует, интересует, дает вам эмоциональные силы. Это единственное, что способно защитить вас в сложные кризисные моменты от эмоционального выгорания и депрессивного состояния. И в этом состоит задача психологической поддержки в кризисной ситуации. Почувствовать вкус жизни – это получать максимум приятных сенсорных эмоциональных впечатлений от органов чувств, зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. Если с приятными эмоциональными впечатлениями бывают проблемы, сложное для человека время, то сенсорные впечатления – это то, что почти всегда близко и доступно. Простые и доступные удовольствия становятся своеобразным щитом от возможного погружения в депрессивное состояние. Поэтому целенаправленно сохранять этот вкус и краски жизни – способ балансировать свое состояние. Если подвести более обобщенный итог, то переживать сложные кризисные моменты позволяет осознанная забота о своем благополучии. И наоборот, отсутствие такой заботы лишает человека шансов на благополучный выход из кризисной ситуации. Живите здесь и сейчас и помните, что счастливо жить может каждый.